Что такое копилка? Копилка – это емкость или специальное приспособление, где хранят и копят деньги. А как выглядят деньги? Деньги могут выглядеть кругло, из железа они сделаны, и там может написано быть цифра, например, 5 рублей. Значит, там на этой денежке написана цифра 5. Это там хранятся денежки, настоящие, круглые или бумажные. Это где копят деньги. Как они выглядят, денежки? Ну, они могут выглядеть бумажные, есть это железные. Железные выглядят 50, может быть, 10, может быть, 5, 2, 1. Туда кладут деньги. Деньги их зарабатывают на работе. А как они выглядят, знаешь? Ну, круглые и есть еще бумажные деньги. Это где хранятся деньги? А как они выглядят? Бывают копейки и бумажные. Копейка – это где хранятся денежки. Это такая фарфоровая фигурка, где есть отверстие, куда кидать деньги. А какие деньги можно туда кидать? Железные монеты. На что можно потратить копилочные сбережения? Можно построить храм, купить себе лошадь, много конструкторов. На дом. Ты что, тебе дом? Ну, чтобы жить в нем. Мороженое, дом, одежду, игрушки. На машину и еще на дом. На еду, на вещи или на машину. На шайки, например. А еще на что? На звездочку, на игрушечную. На машину, на дом, на компьютер. Если бы у тебя было много денег, что бы ты купил? Маме подарок, например, на день рождения. А какой подарок купил бы? Ну, цветы, например, там. Потратила на маме и папе подарок. Ой, а какие вот это подарки ему купила? Маме цветы, а папе машину. Телефон, дом, машина, одежда, мороженое. Парк. Зачем в парк? Чтобы покататься на карусель. Я бы на все деньги купил много мороженого. Дом. Зачем? Ну, вдруг какой-нибудь старый домик будет, и новый можно купить. На машину. На какую? На велик.